Вечерний обзор Geely Cool Ray 2020 года. Передняя оптика полностью светодиодная, противотуманки светодиодные. Когда работает ближний и дальний свет, они работают одновременно. Светодиодные повторители. Задняя корма. Что самое интересное, задние поворотники работают на обычных галогеновых лампочках. Включена атмосферная подсветка. Задний ряд сидений. На открытую дверь. Противотуманки передние и задние включаются вот так. Дальний свет выключаем. Светит вполне прилично. При повороте у нас включаются противотуманки. Так, это наша мультимедиа. Подогрев включается в таком виде. Очень быстро нагревается руль. Подогрев форсунок. Подогрев зоны стеклоочистителя. Дворников. Так, по этому, в принципе, все ясно. Давайте посмотрим, как работает камера. Так, запись. Так он видит видеорегистратор. Ну, конечно, камера моя не передает. Так, воспроизведение. Что у меня вообще наснимал? Ага, вот видео с трассы. Широкий угол. Ну, вполне весьма удобно. Как вы видите, еще вот идет дублирование, что работает в данный момент. На данный момент видно, что я даю педаль газа в пол. У меня включен свет ближний. И габариты. А, и мою скорость. 104-105 км в час. Полностью дата. Очень удобно сделано. Очень круто. Так, давайте теперь проверим камеру. Как она работает вечером. Включаем 360. Угу. Так, смотрим правую камеру. Ну, неплохо. Задняя камера. Очень хорошо видно, очень четливо. Боковая. Делаем 3D режим. В принципе, комфортно.